да, действительно, Альфа-Банк Украины действует не как банковское учреждение, как какая-то гангстерская трейдерская организация, а действительно сегодня в 4:30 у нас было силовое нападение на предприятие с применением огнестрельного оружия, каких-то бомб, зажигательной смеси. Первый удар приняли рабочие предприятия, которые вышли защищать свое рабочее место. Нам удалось остановить захватчиков. Отдельное спасибо хотелось бы сказать сотрудникам органов внутренних дел, которые быстро также среагировали и не допустили кровопролития, возможно, человеческих жертв, потому что действительно нападавших было не менее 60 человек. Пацаны, под стенку, под стенку! Где тут? Перелазим? Стой! Что? Сколько вас? Человек 30. Да, там будет. Все, его никто не трогает. Все, пусть он сидит, с ним один второй готовый. Предприятие у нас защищается уже 2.5 месяца. Ведется ряд хозяйственных, гражданских дел, в судах общей юрисдикции, в хозяйственных судах, в правоохранительной системе МВД находится ряд криминальных производств по данному факту. Я считаю, что такие методы, которые в данном случае применены, они не лежат в рамках правового поля государства. Да. Я как председатель трудового коллектива завода стройматериалов и отставим мы за завод, за рабочие места, за людей, которые здесь работают, за их семьи, которые нуждаются в этой работе, и за создателя нашего завода Винника Ивана Юрьевича, вот, который создал завод с самого начала, у истоков стоял завода. Вот, и с этим рейдерским захватом, который хотят отбить, это банк, который, бандюганный банк, хотят отбить наш завод, который созданный был руками трудового коллектива и создателя Ивана Юрьевича. В данный момент мы очень благодарны нашим органам внутренних дел, милиции, которая помогла, сработала очень отлично. А вы как часто полезли? Мы сказали, что тут надо зайти, там все эти храмы. Вы откуда? Запорожье. А как сюда попали? Чем привезли? Кто? С каким? Маршрутка. Маршрутка привезли? Вчера? Да нет. Под утро? Прогноз не находится в таком положительном контексте, потому что я думаю, что практика вот таких силовых захватов, она приобретает все больше и больше популярность на Украине, особенно со стороны банков. Не знаю, чем это связано. Может быть, они считают, что таким образом можно быстро решать конфликты. Но я еще раз повторяю, что здесь отношения наши с банком переходят из хозяйственно-правовой в уголовно-правовую плоскость. И, на мой взгляд, в этом есть определенный плюс, потому что если банки позволяют все такие рейдерские, гангстерские действия, должна включаться правоохранительная система. Ведь здесь реально могут и страдают люди. Здесь речь идет о жизнях людей, не просто о каких-то травмах. Реально люди страдают.
когда идут на людей с ружьями, с зажигательной смесью, это неправильно.